Здорово. Ну что же, снова проходим медиума. Блин, как все так темно. Медиума. Что, Генри, дело время, потехи нечего? Ладно, давай узнаем. Сейчас мы узнаем. Куча бумаг. Типа архивы, да, у него? Не перебраться, придется что-нибудь придумать. Твою мать. Вообще сказал, я не один здесь, да? Какая бумага. Нихера там зверь какой-то. Где монстр? Так, здесь куча чего-то. Посмотреть. Может, какие-то там бумаги. Больше ничего. Так, здесь телеки. Здесь что-то. Вот и где. По крайней мере, та часть, которая мне нужна. Чё, панк какой-то? Так, здесь что у нас? Дело номер 735-23. Условное название «Мясник». Подозреваемый Якоб Уилк позывается в хищении. Подлог, незаконная торговля. Следователь Генри Уилк. Старший инспектор. Это его брат? Так. Где мне посмотреть или послушать? А, вот. Знаешь, зачем ты здесь? Я в эти игры не играю, Генри. Я тебе не Генри. Агентство поставили в известность о том, что ты крал мясо у рабочих граждан республики. Даже не знаю, с чего бы они так решили. Ты вел себя как дрянь. Просто переходи уже к делу.
Учитывая твою профессию, у тебя были все возможности совершить преступление. Это государственное преступление. И оно карается смертной казнью. Что скажешь в свое оправдание? Прости, Генри. Ничего такого же особенного. Подожди, а зачем нам то окно? Ничего нельзя сделать. Так, я время-то не заценил сколько, ну ладно. Мы считаем, что минут 9 я играю, минут 10-9. Это вроде бы это. Хочу делать по 50 минут, а выходит по часу. Отнесь, хорошо. Там темно, вообще ни хера не вижу. Здесь ничего нет. Да вроде бы нету. В столе что-то есть. Давай посмотрим. Талон на питание, выданный правительством Польской Народной Республики. Блять, я вообще нихуя не вижу. Где ты? Он за кем гонится? За мной? Знаешь, что ты здесь. Bad boy! Дрянь. Shit! Так. Я просто не понимаю, куда мне идти. Where are you, boy? А. Ну, темно очень на этой локации. Вообще там темень, блин. Иди нахуй. Bad boy!
Да, господи. Как вот там присмотреться-то, что-нибудь увидеть? Так. А, не туда, да? Иди нахуй. Fuck. Блять. Так. Тут свинок разделывали. Блять, темная, реально темная локация. Там что-то было. Come here! Где же? Или мне показалось? Да мне показалось, что ли? Да. Светом засветил, что не так показалось. Ладно. Типа кнопка сама отпустится. Прям локация темно-красная такая вся. Так, мне туда, да? Замок. Твердая рука, уверенное движение, поперек волокон, только поперек вдоль нельзя, только поперек вдоль нельзя. Он это повторяет, да, каждый раз. Where are you, boy? Так, ты заебал. Том же не может ни приседать, ни просто идет.
чувствуются медни. Так. Ёбаный. Смотри, там уже свиньи. Хорошо. Очень хорошо. Видишь, как все просто, когда ты делаешь, как сказано. Патриотизм сильнее родственных уз. Не часто видишь такое самоотверженное проявление патриотизма, какое продемонстрировал нам в последнее время старший инспектор Генри Уилк. Простой офицер гражданской милиции внес свой вклад в строительство светлого завтра Польской Народной Республики путем отказа от своих преступных родственных связей. Его расследование нашумевшего мясного дела закончилось рядом арестов, в ходе которых за решетку попал и отец Генри, Якоб Уилк. А, это был отец. Число нарушений, обнаруженных офицером Уилком, входят коррупция, хищение высококачественных мясных продуктов и подмена их продуктами низкого качества. Помимо Якоба Уилка, задержано еще некоторое количество виновных, в том числе 4 директора мясного производства и несколько управляющих магазинами. Суд на ними пройдет в будущий четверг. Если подсудимые будут признаны виновными, вероятнее всего их ждет смертная казнь через повешение. Ебать нахуй. Офицер Генри Уилк прокомментировал: «Это так, я поступил по справедливости. Это слова истинного патриота». Да. Стрик, он злобный. Удостоверение личности, так, тры-пыры, выдано, тры-та-та, действительно, да, тры-та-ти, Министерство внутренних дел, Генри Уилк, служащий служб безопасности. Не знаю, морская капуста прям вылазит, я прям не могу жрать морскую капусту эту. Ну, приходится. Так, давай посмотрим видосы. Опять же. You want me to feel sorry for you, Henry? Генри. Посмотрим, что Let's за то выйдет. Я думаю, ничего не выйдет. Еще одна пленка. Ну, давай. Вилк, верно? Генри Вилк. О чем? Сразу к делу. Без страха и сомнений. Если бы вы хотели меня убить, вы бы меня уже убили. Так что вам нужно? Хочу предложить вам работу. Я слушаю. Я же давно работаю в этой сфере. Я неплохо разбираюсь в людях. Знаю, что для них важно. Видеть их потенциал. Согласен. Но с одним условием.
Каким? О работе, которую я для вас выполнил, никто не должен знать. Обычно так и есть. Я настаиваю. В противном случае, я спешу все это на вас. Добро пожаловать на борт. Ну, сейчас сказал добро пожаловать в семью. Я не люблю этот перевод, когда он не очень достоверный. То есть мне лучше, чтобы они говорили то, что... Переводили так, как хотели сказать разработчики, а не свое вот это вот... выдумывание. Где там тарахтишь? Мне и так все темно, нихуя не видно. Слышал когда-нибудь о Ниве? Особое здание майор Генри Уилк. В доме отдыха Нива под Краковом был замечен фигурант. Местный следователь сообщил о странном деле, в котором замешан художник конфиденциально. Когда его обнаружили, он был жив, но оказался в вегетативном состоянии. Подозрения в действиях насильственного характера не подтвердились, так как осмотр не выявил признаков травмы головного мозга. Возможно, связь с делом близнецов. Ознакомьтесь с файлами конфиденциально. Так, работайте тихо и чисто. Мы готовили вас именно для этого. Примечание. Настоятельно советую ознакомиться с записками советского ученого, обнаруженного в 1950 году во время... Конфиденциально вам разрешен доступ к архивным данным номер так 1138. Только вам, Вилк, работаете. Так, дальнейший инструктаж получите у вашего куратора. Да. Он за мной следил. Гондон. Что там? Что это? Сеанс 42. Объект продолжает проявлять сильные сверхъестественные способности. Утверждает, что с ним общается другой. Официально посылаю ему видение. Рабочая теория подозрения на связь с конфиденциально. Возможно, установлено в результате клинического смерти. Для подтверждения теории раскола необходимы дополнительные тесты. Типа это про нас, про Томаса?
какой-то ящер или кто там. Сохранялка. Так. Твою мать. Weird. Странно. Сеанс 43. Сеанс прерван из-за инцидента в испытательной камере. Во время введения назначенных веществ ведущий ученый доктор, так неизвестно, вошел в прямой телесный контакт с объектом, неизвестно. Был немедленно госпитализирован, несмотря на отсутствие признаков физической травмы. Он впал в вегетативное состояние, в котором находится до сих пор. Дальнейшие сеансы приостановлены на неопределенный срок. А Генри, мы так же с ним сделаем? Или нифига? Так, мне не нравится это. Сеанс 44. Перемещение к переназначенному на сегодня сеансу. Несмотря на увеличение дозировки, объект остается чрезвычайно опасным. И во время испытания его необходимо сдерживать, как физически, так и морально. Применяются повышенные меры безопасности. Еще. Волчок. Shit, not good. Not good. Hope it fucking hurt. Думаешь, ему пизда, я так не уверен. Что ты с ним хочешь сделать? Погладить его? Can't get me up here, can you? Ты дебил его зовешь-то? There. Got you right where I wanted. Time to put you out of your misery. Иди нахуй. Stay the fuck down!
Я не думаю, что ему хана. Сейчас он будет живее всех живых. Как странно, подъезд. Мама, отец, я. Я сегодня уезжаю. Business trip. Short notice. Командировка, без предупреждения. Часового. Не хочешь попрощаться? Не думаю, что это хорошая мысль. Work. У меня голова работы забита. Yes. Again. Или все-таки нужно? Думаешь, что? Как хочешь, дорогой. Какие-то у них отношения очень странные, типа, ну, хочешь, да, хочешь, нет, типа, все похоже. Саймон? Саймон, where are you, boy? Ты где? Dad? Папа? Привет, сынок. Ты опять уезжаешь? Папе надо работать. Пока вернусь, поедем с тобой на рыбалку. Хочешь? Не люблю, когда ты уезжаешь. Знаю, знаю. Но иногда папа должен работать. Это очень важно для всех нас. Ты же сам понимаешь, да? Я... Да, папа. Такой любезный проводил меня до двери. Ну, спасибо. Ага. Ага. Спокойно, парень. Скоро все закончится. Из-за дворец. Странно подсвечено. А, вон и пацан, да? Всех маски. Вот так. У вас получилось. Вы успели. Right, ага, иди сюда. Теперь все будет хорошо. Я тебя освобожу. No, нет, чудовище нас не отпустит. Monster, не носи парень, чудовище тебя не тронет. Я с ним разберусь. А может он сам с вами разберется? Что ты сказал? Что ты за тварь? И что ты надеялся тут найти? Угрызение совести? Невинного ребенка, подлечить на чудовище? Нет здесь никого ребенка. Здесь только я. Нихуя! Твои шутки на меня не подействуют. Нихуя, нихуя. Ты
Папа? Лили? Мариан? Мариана? Томас наш отец. Я вспомнил. Это он. Все это он. Томас. Томас. Томаса больше нет. Ты опоздала, девочка. Это ты. Ты пытался нас убить. You tried to kill us. What did you do to her? Что ты с ней сделал? What did you do Что ты to сделал Lillian? С Лилианой? Я больше мертв. Твой папаша об этом позаботился. Какая прелесть. Малышка Марианна забыла родного папочку. Then, who was it? Так кто? Who killed her? Кто ее убил? I saw her ghost. Я видел ее призрак. Что случилось? Понятия не имею. Может, это была сиделка? Художник. Подкроватный монстр. А может быть, ее собственная папуля. Что за чушь ты несешь? Он пытался спасти нас, спасти ее. Возможно, это и было спасение. Господи, ты безумный. Да, здесь все насквозь пропитано. Безумие, боль и страдания. Они витают в воздухе. Вдохни поглубже. Значит, пришло время от них избавиться. Раз и навсегда. Стой, что ты делаешь? Я отправлю тебя туда, где тебе место. Генри! Томас. Мне скажешь, Томас Рекович, мой отец. My father. Это он тогда был на пирсе. Он держал пистолет. Он убийца из моего сна. Но как? Почему? Я должна была узнать, что случилось после пожара. Что случилось с ним? И со мной. Oh.
А вот эта фотка, да? Так, здесь все, да? Теперь мы сюда. Так, что там слева шепчет? Okay, Marianne. Так, Марианна, сосредоточься. This was your home once. There's got to be something here. Так, это зеркало, да? A family photo. Семейная фотография. Жаль, что просто оставили здесь и забыли. Left behind. Forgotten. Сильно обгорело, но еще мне привыкнуть. Еще одна фотография. Почему ты мне не хочешь лежать здесь? Так. Она на нее волком смотрит. Ненавидит ее за то, что с тобой случилось. И думает, что она во всем виновата. Как будто она сделала это специально. Она еще маленькая, ей нужно время, чтобы понять. Но иногда мне страшно. Вдруг она что-нибудь с ней сделает. Я убеждаю себя, она бы никогда. Но все же, я лучше любого знаю, у всех своих демонов. А что, если мы были младшей сестрой? Мать в природах типа родила Марианну, а Лилия, скорее всего, стала типа ненавидеть ее за это, потому что мать умерла, и начала ее, наверное, в этом винить. И так как она обладала тоже силой, она ведь что-то сделала с нами. Или делала... И отцу пришлось, наверное, убить ее. Типа, чтобы спасти одну дочь, надо было убить другую. Фотография. I feel like I should find somewhere to put it. Так. Их, наверное, надо в порядке, да, расставить? Ну, все, думаю, была свадьба. Потом, наверное, все так. И потом, наверное, вот так. Вот, теперь правильно. История семьи Рекович. Это что, кукольный домик? How the hell did it survive the fire? Как он пережил пожар? Locked. Заперто. Как Maybe there's a way to open it. Не знаю, ебани по нему силой своей. Он и откроется.
Так, мне надо в другое. Вот там сейчас что-то шепчет. Ага, хер, я теперь не могу ни туда, ни сюда, да, только сюда, и только здесь. Подожди, там. Ну ладно, тогда мне, по идее, в зеркало надо зайти. Так, господи. All right. Посмотрим. Найдется на этой стороне. Все из костей. Бабочка. And бабочка. Если мне. Why do I feel that's not all you are? Так, окей. Здесь что у нас? Strange. It's like странно, будто чувство. Feelings etched in the wall. А, два кольца. Зачатие. И. И я хуй знает, петля. This looks eerily familiar. Выглядит так жутко знакомо. А, здесь все, да? It's open. Так, сейчас погоди, постой. Угу. Я думаю, может бабочки прибить не. Looks like a replica of the actual house. Ага. A tiny mirror. Зеркальце, интересно. Типа на разные этажи, да, будет зеркало мне вести? Странно, как будто что-то изменилось. Да, блядь, изменилось, прикинь. I knew it. Так и знал, зеркало, кукольный домик, все связано. It's all connected. This room feels... Эта комната кажется мне знакомой. Very familiar. Ладно. Надо найти какой-то предмет. Locked. Four slots. Четыре ячейки, видимо, для четырех бабочек. Four butterflies. Да, это, кажется, вот это. Так, что наступало времени? Скоро надо будет заканчивать. Hey. Another one of those butterflies. Бабочки, но на других этажах.
А, это подсказка, типа. Ну, здесь без подсказки и так, типа, ясно. Так. Забрали и ставим сюда. Эта комната. Будто огонь от меня. Будто не хочет, чтобы я в ней находилась. Стоп. Кажется, это не отсюда. Ненавижу вас. All of you. None of you know. Ничего не знаете. None of you understand. Не понимаете. I do. Я понимаю. Еще одна маска. Не об этих ли друзьях говорила печать? Так, здесь вот бабочка, по-любому. В коконе. And another one. Да, еще одна. Так, что-то здесь у нас еще есть. There's something underneath. Там что-то есть. Давай посмотрим. Что это? Чаепитие с дьяволом? Я знаю. Я понимаю. Я чувствую твою боль. Что за черт? Покажи им всем. Заставим их понять. Пусть ощутят на своих шкурах. Так, мне еще одна маска нужна. А, я знаю, где я сейчас возьму. Сейчас мне надо в детскую. А, в детскую. Так, сейчас думаю, как раз это... А, вот опять много, много опять времени будет. Что ж поделать-то? Смотри, вставляем сюда рыбу. Она мне не нужна. Это из-за нее мама умерла. Я ненавижу. Лучше бы она сдохла. Лили, Лили, да. No, it was not my fault. Я не виновата. Да, получается, да. Мы младшая сестра. Что с нами происходит? Надеюсь, это последняя. Мы младше играем за младшую сестру. Тут-то сука, ты посмотри, она по-любому что-то с нами пыталась сделать. Спасайся. Позволь, я помогу. Она. Брось ее. Пусть горит. О, God. Боже. That's three. This place is like an emotional graveyard. И дома кладбище эмоций. Так вот было сохранение, как бы, но я такой, блин, я хочу сейчас вот уже посмотреть, что сейчас что здесь будет. Вот сейчас вот. But
Но я не могу ее тут оставить. Она же умрет. Ну и хорошо. Помнишь, мамочка? Это все она виновата. Нет. Она моя сестра. Тогда освободи меня, и я спасу вас обеих. Да! Черт! Я не могу бежать. Сука, я умер. Как это глупо. Я нажал на это, думал, сейчас щит поставили, он не ставится. И я такой, Все к столу подбежал, зачем? Господи. Так вот. I understand. I can feel your pain. What the hell? Черт! Уходим, уходим. Вот это руна. Вот черт. That thing. It came from her. Эта тварь появилась из нее. Пилась о свободу нашими жизнями. Лили. Лили, нужно поскорее ее найти. I need to find her. Да, Лили во всем виновата. Подвал почти не пострадал. Ладно, на этом все. Да, что-нибудь здесь найдешь. Так, было сохранено. Все, на этом давай. До встречи, всего хорошего, удачи, давай, счастливо.